Скандальный ляп внешнеполитического ведомства, который связан с арестом во Франкфурте на Майне генерального консула Казахстана Ахата Алпызбаева, по-прежнему одна из самых обсуждаемых шепотом тем в кулуарах и коридорах власти. Реагировать публично на эту историю высокопоставленные чиновники не спешат. Меж тем прошла почти неделя с момента задержания консула и его помощника. Дипломатов обвиняют в контрабанде сигарет. Пока госслужба отмалчивается, комментирует бывший мидовец и блогер Казбек Бейсебаев. Если говорить вот таким простым языком, то дипломат или консул, они должны, ну, на то и дипломаты, на то они пользуются привилегиями и иммунитетом, чтобы они не нарушали, то есть не выходили за рамки дозволенного. А получается, что наши, вот, ну, к сожалению, наши консулы, они вот пользовались своими вот иммунитетными привилегиями, тем самым, так сказать, ну, не думали о интересах, то есть они исходили из своих корыстных личных интересов. Еще один бывший работник МИД, политолог Расул Жумалы, отмечает, что это почти тенденция, которая скоро будет восприниматься как норма жизни. Инцидентов с участием казахстанских дипломатических лиц становится все больше. Происходят они все чаще, и говорить о них надо громче, не стесняясь. Здесь надо делать серьезные какие-то организационные выводы, особенно в части подготовки кадров во внешнеполитическом ведомстве. То это не просто критика, это просто пожелание, чтобы ведомство, по которой зарубежные государства делают выводы о Казахстане, оно соответствовало тем ожиданиям, которые делают у них государства. Между тем, анонимные казахстанцы в комментариях под новостями о задержании консула Ахата Алпызбаева в дипломатических выражениях себя не стесняют. Достаточно открыть популярные информационные веб-ресурсы, чтобы понять, каково сегодня приходится модераторам сайтов.